Возле студенческой поликлиники ИЖГТУ волонтеры зазывают молодежь пройти тест на ВИЧ. Подобную акцию ВУЗ проводит 5-й раз за год. И каждый раз больше 1,5 сотен студентов сдают анализы и заполняют анкеты. В последние годы эта акция стала все более популярной, потому что с общим планом по России ВИЧ сейчас начинает развиваться. Это не с хорошей точки зрения говорю. И студенты начинают заботиться о своем здоровье и все чаще приходят и узнают свой тест на ВИЧ. В студенческой среде за последние годы все спокойно, говорят медики центра СПИД. Такие акции по выявлению ВИЧ они проводят в вузах, колледжах, техникумах. Хотят выстроить отношения и с Удмуртским госуниверситетом. Мы стараемся обследовать студентов сейчас, потому что омолаживается возраст по заражению ВИЧ-инфекции. То есть нам как раз интересен такой контингент молодой, так скажем. К сожалению, у нас УДГУ совсем не подключается. Вот мы хотим выходить к ним, как-то связываться с ними, чтобы они тоже нас приглашали. А так ИЖГТУ самое, частое, кому мы приезжаем, обследуем студентов. Сегодня на учете в Республиканском центре СПИД состоит почти 9,5 тысяч носителей вируса иммунодефицита. 5 тысяч из них заразились через наркотики. Медики отмечают негативную тенденцию. В год они выявляют более 1000 новых носителей. К сожалению, не все люди информированы о том, что такие акции проходят. Мы стараемся чтобы как можно больше людей узнало о таких акциях, чтобы как можно больше людей приняло участие. Все добровольно, анонимно и бесплатно. В ИЖГТУ намерены продолжать традицию по обследованию студентов. Ксения Мороз, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия».